Это я, это Игорь, и это хардкор пацаны. Понеслось? Вообще в другом чего? Там хоть играет музон? А ты не слышишь? Я слышу. Да, он вообще мертв. Но вроде дышит. Блять, чуваки, вы уверены все-таки, что он жив? Энергетик не спас. Ну, прожил на 2 часа больше, согласись. Ну да, это реально помогло. Вы скажите, если он сдох, что говорить его родителям? Что, блядь, его там дабстеп ебашит, а ты мне говоришь чи-чи-чи, да он мне нихуя не слышит, я его сейчас обоссать могу. Бритва в ванной. Да ну нет, вы чё, это уже перебор. Вообще это перебор, чувак, блядь, эту песню ебашит. Ты слышишь, как она ебашит вообще? Ты это видел? Да, видел. Вика. Викуля. Слышишь, как она ебашит или наушники? Конечно. Ему похуй. Меня печалит, чувак. Ты на экран посмотри и перестань печалиться. Сейчас, я вот просто проверю, как она ебашит. Не знаю. Не сильно. Последнее, что я могу сказать по этому поводу, давайте снимем трусы и вынесем на лестничную площадку. Я за. Вот это не милосердно, ребят. Не, не надо. Нет, не будем. Мы выносим, будем и убегаем. Снимаем на камеру потом. Вархам, это не милосердно. Это совсем не милосердно. Ты уже включил режим? Да давно уже. Да? Давно да, уже. Подожди, подожди. Ну. Труп. По-моему, он проснулся. О-оу. Парни, он встал. Грег, ты жив вообще? Грег, что ты делаешь? Грег, не подымай ничего. Парни! Конечно! Закройте окошко, ему холодно. Закрой окно. Что у тебя? Пытается укрыться. Меня не видно. Ты пиздос, ребята. Игорь, тебе нормально? Да. Очень? Да. Игорь, точно. Это явно будет в Ютубе, тут уже 4.24 минуты такого пиздеца. Показывай. Что, все, хватит, типа?